А Селтик Сибаев активно участвует в жизни ДВК. Похоже, что он решил, какая организация, такие методы продвижения. Асхат был ранее судим, и здесь продолжил привычные ему грязные дела. Наверное, ДВК заслужили такого участника. В этом видео мы покажем вам, почему Асхат Джексибаев – главная крыса в ДВК. Во-первых, все начинается с семьи. На первый взгляд тут все неплохо. Жена, пятеро детей, на которых Джексибаев благополучно забил и завел себе любовницу, а может не одну. Любовница Асхата тоже состоит в ДВК и вполне осведомлена о наличии семьи и детей. Если человек предательски поступает со своей семьей, то какого отношения можно ждать к другим людям, к организации или к стране? Во-вторых, факты непосредственной поддержки ДВК Асхатом очень малочисленны. Выйти под стать лицом он всегда может, но когда речь идет о реальных действиях, все плохо. На этом видео он героически пытается поиграться с молотком в руках. На нем нет даже рабочей формы. Он обычно всегда передвигается в таких посредственных и грязных вещах. Зато Асхат чаще всех выходил в прямые эфиры и всегда держался в объективе камеры. Ладно, если бы Асхат только вот так морально поддерживал трудяк и не работал, так он еще и присуждает себе чужие заслуги. Джексибаев буквально утверждает, что вся помощь Булату Агадилу – это его заслуга. Но по факту сбор средств для поддержки семьи погибшего организовал Ербол Есхожин. Чтобы лишнее лицо не забирало лавры, Асхат лаконично его устранил. Вот так встречали Джексибаева, некогда выходившего из СИЗО. Вот так встретили Есхожина. Подводя к итогу, Асхат Джексибаев не является значимым человеком. Он обыкновенная крыса.